Да. Здравствуйте, дорогие слушатели нашего канала, подписчики, любимые гости. И с вами сегодня опять Саша и... Ой, Лёша. Смотри. И... Саша. Да, Саша. Всем здравствуйте, ребята. Если погоди, я музычку включу. Да, так, музыка. Знаю, давай, знаешь... Да, вот столько. 50. Надеюсь, не сильно будет слышно. Так, что тут у тебя? Два алмазика. Кстати, извините за те две серии, потому что, как бы вам объяснить, они получили полное, как сказать, помягче-то. Говно, вот. В том смысле, то, что были очень офигенные лаги, ребята. Это было просто капец. Да. Даже? Ну ладно. Да, потому что там лаги были очень сильные. И мы сами, кстати, когда снимали, потому что сегодня мы снимаем через новую программу. Не знаем, как она поведет. Вчера мы тоже через новую программку снимали. Да, потому что ты другие удалил. Я не специально их удалял. Я ради благого дела их удалил, между прочим. В данную секунду мы вчера все прошпекали, но кто смотрел, лучше не смотрите, потому что там реально большие лаги. Ты где, кстати? Это, я как бы пытаюсь найти какой-то железо. Кстати, я надеюсь, у меня нормально сейчас FPS, я... У меня FPS 30, да, 30 у меня FPS скачет, нормально. У меня нормально, кстати, FPS, чем обычно. Обычно у меня там 25. Кстати, FPS когда больше, это хорошо или плохо? Я даже не разбираюсь. А братик? Я даже не знаю, что такое. FPS? Вроде, когда его больше, его хорошо, да? Или нет? Ну, я не знаю, короче. Сюда поставим. Делаем дальше. Я тебе говорю, я тут шахту делаю. Так что ты можешь не искать железо. О, я уголек нашел. Нам уголь нужен? Дерево. Ну, уголь-то только снаружи больше. Ну как с этим, с угольком будем поступать? Экономить его будем или просто его разбрасывать по всей стороны? Ну, я не знаю, вдруг мы там что-нибудь делаем. А, да, в принципе, чуть-чуть надо сэкономить. Надо факела. А, ну, и факела, то у меня их есть не надо. Ну, я пока ничего не вижу. Да, я тоже ничего не вижу. Я как пытаюсь как-нибудь там занять. Ты скажешь, когда рядом с домом будешь? А чё? Я к тебе, ты будешь, если чё. Так, всё, я тут дома. Дома? Сейчас, погоди, 5 сек. Ты тут рядышком. Погоди, я вот так сбоку поставлю эту фигнюшечку. Опс, все. Все, теперь я хотя бы могу видеть, виснет у меня или нет. О, кстати, прикинь, мне какая-то. У меня маленько подвисает, все равно FPS-ки надо поболее поставить. Да. Поболее надо, да. Я сейчас тоже вижу, то, что у меня подвисает маленько. Ой, что на русском-то? Так, я ж тебе хотел. Да, тебе все, ты пошелся. Да, все-таки поболее эти потом поставлю. Подлагивает все-таки. Тебе скажу. Да, жестоко подлагивает. У меня как бы тут сбоку такая фигнюшечка, но вы ее не видите, да, вот тут, вот тут. И она мне показывает, виснет у меня или нет. Ладно, давай спать. Так, ладно. А сейчас шли. Ты четверочку написал. Да, я случайно четверочку написал. Может, мне в пейсике попытаться еще поболее поставить? Блин, копьются. Вот это вот каждый раз. Ребята, извините, то, что все это во время съема. Кадры в секунду, я же 60 поставил.
какого фига их так мало? Принять, окей. Сейчас, секунду. Нет, все равно подвисает. Где там железный мячик скинул? Где? А, да, вижу. Все. Инвентарь. А, вот сейчас мы поболее так. Сейчас еще. Короче, можешь вообще на сотку поставить их. Ну вообще, так, на 80 поставлю их. Пускай будет на 80 кадров. И мне. Вот сейчас все равно почему-то лагать, не понимаю из-за чего. Может, конечно, это из-за этих. Опа. Ладно, короче, потом не во время съемок это разберемся. Смотри, скелет у меня под деревом. У меня, кстати, маленько реально подлагивает, я не знаю почему. Блин, как страшно, если честно, даже играть так. Ну ладно. Опа, зависла опять. Да вообще. Ну-ка, сейчас погоди, я сотку вообще поставлю. Можешь. Я еще так очень надеюсь. Может, при сотке не будет лагать. Вот смотри, я прикинь, короче, поставил это сотню, и у меня почему-то он перебросилось. Опа, сейчас маленько все подвисло, наверное, у всех. Сейчас у меня все потемнело. И. Лагает. Да, лагает. Кстати, более-менее. У меня почему-то кадры, кстати, не изменяются. Вот я поставил сотню, у меня он все равно, типа, пишет. То, что столько нельзя. Почему, я не знаю. Аудиоразрешение. Может, в разрешении что-то тут? Низкое качество поставлю. Сохранить, изменить применение, да. Мне бы вот эту вот фигню бы изменить, бы вообще бы неплохо было бы. Сундук. Хотя. 75. Капец, я тебе скажу, во время съемок эту всю фигню настраивать. Сейчас поболее, кстати. А нет, все равно небольшие такие лаги. Так, я нашел еще одну. Да, небольшие такие лаги, но, блин, капец. Какие каменные руины? Вот через какую-либо я программу не снимал, у меня все равно какие-то лаги есть. Не понимаю, из-за чего. Кстати, может быть, это, конечно, в программе такие изменения, а на съемках будет нормально. Я надеюсь. А нет, это полтора воды. Ты вообще о чем-то? Сейчас такая спокойная музычка в Майнкрафте. Кстати, вот мышка вообще ни капельки не лагает, я тебе скажу. Серьезно тебе говорю, Майнкрафт лагает, а мышка, вот когда я вот навожу тут курсор и все такое, она так плавно-плавно двигается. Ты вообще там о чем говоришь, я не понимаю. Я только очень пошел в лес, потому что я там на дереве увидел, что там я нашел Эндера. И сейчас я увидел много мобов. У нас, кстати, еды с тобой нет. И дерево. Ты говорил то, что у нас дофига дерева, а его вообще практически у нас нету. А чё я туплю? Чё-то я так делаю. Вот так же можно. Вообще капец я. Да я не как настоящий майнкрафтер сейчас это делал, лестница. Ну, какой-то. И в той съемке я так же делал их, ну ладно.
каждый, не знаю, Майнкрафт что знает, как сделать. Да вообще. Прям каждый каждый. Все равно кто подлагивает, не знаю из-за чего, конечно, ребята. Потом надо пошариться в этой программке поболее. Хотя я через какие только программки не снимал, у меня везде все равно лагает. Даже. Молодец. Кстати, еды надо, надо нам. Не забывай, нам потом надо еще в ад сгонять и убить нефритов. Да, кстати. Да это вряд ли, не смотрите. Это... Да, не смотрите. Я опять, кстати, уголь нашел. Уголь нужен? Надо, кстати, в ад. Кстати, вот тут надо поставить это. Факел. Ой. Ну сейчас будут что-нибудь найти там, типа. Чё? Пузырьков сопа там. Чего-то такое полезное. Зачем? Что-то... Зачем нам пузырьки? А то мы все пошпакали. Да, там. И чё? И чё? Ну сопа хоть знаешь, нормально надо. Без тех уже. Ну вряд ли что-нибудь тут с тобой найдем. Я задолбался эту пещеру делать. Я, кстати, сейчас опыт нужен. Все равно, кстати, маленько подлагивает. Меня это вообще ни капельки не устраивает. Не помню, что ты себе на сколько засняли? 36 минут. Мы с тобой сейчас снимаем 12 уже минут. 12 минут. Да, 12 минут снимаем. Такое ощущение, как будто там еще 5 минут. Кстати, тоже думал, что 5 минут снимаем. Я тебе говорю, мне надо либо что-то с этой программой делать, либо новую скачать. Хотя нет, новую я не буду уже скачивать, не задолбало. Это каждый раз уже. Кстати, когда я на Хайпикселе играл, у меня более-менее все было. Пока я с тобой не пошел играть. Это все ты виноват, я тебе гарантирую. Нет, это Хайпиксель. Пускай тебя... Кто нас смотрит, пускай тебя ругают. Сейчас все начнут. Да. Фу, не играй с ним на Хайпикселе. Да, я с тобой не буду больше на Хайпикселе играть. У меня за тебя все лагает, видишь. При съемке-то я вообще сейчас смотрю. Ты бы знал, какие тут лаги. Ой, не фаги, видел, как у тебя. Да, я знаю. Но это когда почему-то камни именно ломаю, а тогда только лагает. Ага, вот именно не надо ничего. Да, камни-то зло. Не даст Я вот у меня, наверное, все думают, что у меня, типа, там все слабый компьютер из-за того, так. Нет, у меня на самом деле самый мощный компьютер. И это при съемках так лагает, а сейчас у меня все плавно так нормально работает. Ты мне когда принесешь еды-то? Сейчас у меня самого не было. Из-за этого ты все съел, да? Я не вчера только один стейк. Ой-ой-ой, братик. Это ж так много. Так же нельзя. Ты вообще там ешь просто штуку. И чё? Мне этого мало. О, железку нашел. Угу. Да я сам офигел, когда я нашел. Не факт, он там на какой уровень спустился. На какой? Да не знаю. Ты ТПшнись ко мне, да и все.
Отойди. Блин, как я тебе лестницу поставлю? У тебя есть пилка? Отойди. Ой, блин. Придурок. Иди вот, я тебя же сейчас убью так. Дай кайфовать. Отлично, я тебя убил. Что у тебя там было? О, еду мне притащил, спасибо. Все, я дальше копать. Я тебе говорил, не лезь ко мне. Нет, ты взял, полез. Я хотел тебе еду дать. Молодец, дал. Теперь мне нечего. Ты мне... Стой, 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 обратно лезь. Возьмешь там это дерево, я верстак тут сделаю. Хотел. Стоп, погоди, а где ты пышешь? Я знаю. Ой, вот тут как раз. Блин, иди вот, надо было взять дерево, я тебе сказал же. На тебе. Погоди, какой меч? А, каменный? Деревянную кирку. На тебе каменную кирку. Может, деревянный топор? У меня кроме деревянного топора нету. А, да, кстати, там еще деревянный. А, хорошо. Да. Лёх, ты вообще наглый. Че? Юня. Да Юня. Вон она вообще-то в сундуке. Вот. Че, не видишь, что ли? Кстати, я 6 железка добыл. Так, что мне надо было? Палки. Где все дерево? У нас 13 древесины. Слышь, иди дерево добывай. Я сначала посплю. А, что, ночь уже? Я как-то стоя, слышь, я стоя сплю. Серьезно тебе говорю, я стоя спал сейчас. Так, что было? На-на-на-на-на. Что хотел-то? Ладно, пойду наверху побою. О, со стилетом. У тебя есть палки? Палки? Блин, я все палки на эту фигню извел. Сейчас надо оптик набить, кто у меня больше забыл. Да вообще. О, я меч могу, наверное, зачаровать. У меня небесная кара. Бойся меня. Небесная кара действует на... Страшно? Страшно тебе? Ты где? О, все, молодец, крипер. Ой, спасибо за это. Сейчас ставьте лайк, крипер. Он не спас. Че, он тебя взорвал? Не, он не взорвал. Он это... Зайди. Спас. Вон эндермен, иди убивай. Кстати, где железный зачаровал? Нет, каменный. Че? Нет, железный, конечно, я не дебил. Ну, он на 3 капитейтера. Конечно, на 3 капитейтера. Нафига это большое, ты ломаешь дерево? Не ломай подо мной только. А что, она будет не ко всем, да? Да. То зачем вы сейчас дозовёшь? А что тебе? Против, что ли? Я, между прочим, тут дерево добываю. Я из-за тебя упал. Иди отсюда. А мне встать. Все, у нас много с тобой дерева. Сколько? Ой-ой. Сейчас я его огрею своим крутым мечом. Кстати, знаешь, почему они тут спавнятся? Там темно. Да, там темно, там дерево. Там, наверное, что-то есть там, да? Наверное. Потому что разработчики, я не после. Блин, я застрял. Че это? Меня отравили. Ты, ну, ты меня отравил. Есть противоядие у тебя? Нет.
О, все. О, ты лук нашел, молодец. Только ты все дело не было у меня, ну так-то со мной. Зачем это? У нас свои палки. Я, между прочим, эти палки для благого дела делаю. А, согласен. Там шахты все такое. Ой, я ведь буду. Это что ты? А что я-то? Жизнь. Один с каменным мечом. Не железным. Да я просто убежал от нее и все. В надежде то, что ты меня спасешь. Все, можешь забирать свой лук, он мне больше не нужен. Да, забавно. Да. Все, я пошел шахту делать. Ты мне еду добыл? А, да, съесть, да. Нет, тебе там 6 вставим. Я, кстати, до сих пор не понимаю, почему это в этой программке все так лагает, капец. Стрелу забрал? Да, забрал стрелу. Зачем? Я самый лучший стрелок, ты что, забыл? Что за постоянный битрейт какой-то, что это такое вообще? Качество 10. Максимальный битрейт. Может быть вот это вот? Из-за этого у меня слагает. Я же это не поставил вон поболее. Поболее. 3 косаря поставим. И что у меня? Лагает? Меньше, кстати, стало лагать. Вроде как. Или у меня лаги. Сейчас, погоди, я поболее битрейт их поставлю. Конечно, я не знаю, что это такое. Поболее их поставлю. И качество поменее. На девяточку. Форма. Биты. 60 поставлю. А, это аудио. Не-не-не. Это не надо. Это не надо менять. Видео только вот надо. Все. Теперь вроде как нормально должно все. Я битрейты поболее поставил. Все равно лагает. Но меньше уже вроде. Ты умеешь стрелы? Мне они сами нужны. Я лучше тебя стрелок. Наверное. Лучше. Да, я лучше тебя стрелок. Ты хочешь поспорить с этим? А, братик? Хочешь поспорить? А как ты стрелу добывал? Ты хочешь поспорить, значит, да? С умной я стрелу. Прикинь, кстати, лестницы начали светиться. Видел? Видел, братик? Ага. Мне это так важно. Кто тебя? Зомби. И что у тебя было? Ничего. Еще скажите, зомби забрал мой меч. Чем? Меч не забрал? Жалко. Да, вообще. Он вообще как не должен подходить. Ходи у меня есть лук. У меня иди стрелы. Все, у меня нету стрелы, я уйду отсюда. Ха, все, они начали меня убивать. Так, здесь. Я слышу, кто-то взорвался. Я тоже сам. О, что, все, у них война. Ну давайте, что, идите, идите. Просвет. И вы можете гореть. А вы смотрите. А, утконос. Мэри. Когда уже бедрог-то будет, я не понимаю, я хочу алмазики. Нет, ага, нету тут бедрога.
каждом Майнкрафте есть бедрок. А в аду что, у тебя не было? Бедрок. Снайпер. Да я хочу это. А ты, кстати, на кой он зачала? На второй. А ты ж козёл. Чё у тебя там? Зомби поджёг. Вообще негодяй, да? Всё, я понял. Так, тихо, Батюня. Батюня. Ты против кого там сражаешься-то? А против той тьмы, блин. Хорошо, что я не на поверхности. А тут, значит, жёлтую своей жизни лади и сурсов, чтобы ты их потом забал, да? Нет, я их не забираю, я ж тебе даю. Ага, половину, половиночку. О, железка. Потом стрелу, кстати, появилась. Я же сам улучшил, лучник. Ага. Ты много пикселей меня в этом не смог победить. Где? Я тебя везде побеждал, не ври. Скажи, где я тебя не побеждал? В тот раз на этом, на мотыне. Опа, сидеть. Опа, смотри, что я нашел. Гледстоун. Все равно, он, знаешь, как прикольно светится Гледстоун. А мне пофиг, как он называется. Главное, прикольный. Ага, да, правильно. Главное, дай мне стрел. Не дам эти стрелы. Мои стрелы. Дам эти стрелы. Кому дали? У тебя железная кирка? Нет. Блин, жалко. Ладно, придется его сломать. Еще у меня влом есть. А, нет, тут еще есть. Если что, придешь, его заберешь. А что? А что, тебе Гладстоун не нужен? В принципе. Опа, чё я нашёл? Лазурит. Лазурит? О, можно ловчиков покрасить. Конечно, я для... Я для этого ты искал лазурит, чтобы ловчиков покрасить. Всё, я получу от вас своё. Подальше. Нифига, я там ничего не вижу. Тебе вообще фукило? Кстати, зачем тебе вообще стрел? Я лучший стрелок, не забывая. У тебя хоть лук-то есть? Да, есть, я специально сделал его. Из моих ниток. Это я... Ты вообще на пауков это не нападал. Не ври мне так, что... Негодяй. Кто не нападал? Я нападал, вот именно. Не ври мне. Кстати, скоро уже... О, бедрок. Уже бедрок. Да, бедрок там. А ты знаешь, где-то можно найти рядышком алмазики? Даже? Даже не верю. Бедрок там, я тебе серьезно говорю. Давай спать. Сейчас, секунду. Факел. Поставим-ка тут верстачок на всякий случай. Бедрок там, я тебе говорю. Во, бедрок. Бедрок. Ну, давай убирайся. А вдруг тут алмазики где-нибудь уже рядышком? Ночь. Мне, кстати, ТНТ надо. У тебя есть железная килка? Нету. Вот именно то, то что алмазная так умножит, а и железная килка. Ладно, я выбираюсь. А, нет, давай я поползу лучше. Давай. О, братик, приветик. Да, Лёха. Ой, твою кровать стырил. На, забирай. Еще, кстати, стрелы. Нет, мои стрелы. Ага. Давай их поделим. Давайте. Мне 5, мне 35. А-а-а. А чё, давай? А, мне 5, а тебе 35? Да. Давай. Да, нормальные деньги. На. Да Лёха, мама, дерьмо. Ладно, еще 15 тебе дам. Сейчас.
всего 20, у тебя 20, у меня 20, да. С этой программкой знаешь, чего нормально снимать можно? Какие-нибудь шутеры, Майнкрафт не для этого. Это что, прогрузка пока? А может мне просто прогрузку поставить поменьше? Конечно! 16 чанков стоит. И чё? Нет, нифига не изменилось поболее. Хотя, по идее, это вообще не на программе не должно никак волновать ее. Даже. Ты это о ком? О эндоманах, о зомбиках, о крипах и о пауках. В принципе, там есть эндоманы. Я хочу алмазики найти, алмазики. Алмазики. Вот и баран, я тебе скажу. Чё? Да ладно. Алмазики? Да нет. Ладно, тут... А, не сделал железную? Да, я не сделал железную кирку, нафиг уперся, ну ладно. Давай. Ну же. Почему-то. Не обзывайся. Во время летсплея нельзя обзываться. О, я все. Моя цель исполнена. Какая? Добыть три нитки. У кого? У меня-то еще будет более. Я тут сейчас понасобираю. У меня третий пока. Если хочешь, можешь покопаться со мной тут. Вау, алмазики. Я тебе серьезно говорю. Алмазики мои. Два угли не найди. Не хватает на алмазную кирку. Да. В принципе, зачем? Да, реально, зачем она? Мечи, охрененно. Я только вот... Кстати, можешь мечи делать? Не надо. Давай на броню потом лучше понакопим. Наш. Не, хочу на нагрудник. Он стоит 8. И чё, нам все равно не хватит, что ты хочешь? -то? Кстати, ты в курсе, нам пора заканчивать? Мы знаем с тобой, сколько снимаем? 33 минуты. Так, сейчас 34 удалим. Микерка сломалась. Так, что, есть 34 минуты? Да там, да, уже, наверное, уже есть. А, когда давай, если я сделала железные туселя, давай скачу. Че сделал? Железные туселя, сейчас. Ладно, сейчас, секунду. Опять сломалась микерка. И закончим, я там забыл. Тебя ты пышнуть ко мне? Не фата там, но я как бы... Нет, там долго, поверь. Тебя ты пышно еще ко мне. Так как там тебя? Ко мне. Че, тебя ты пышно? Так, ну что, давай заканчивать? Ой, сейчас, секунду. Так вот, а я все какие железные тут сюда сделаю. Вау, офигеть. Смотри, что у меня есть. Три алмазка. Три мои алмазки. Будем скачивать? Да, будем. И, наверное, если вы тут, ребята, впервые, вы можете подписаться на наш канал. То зайди меня, стань хотя бы. Что нафиг от меня, придурок? Ненормальный. И если вы тут впервые, вы можете подписаться на наш канал, поставить лайк к этому видео. Ты вообще там где-то в темноте бегаешь, тебя не видно, нифига. Да, подписаться на наш канал.
поставить гигантский лайк этому видео. И всем, ребята, удачи. И всем до скорой встречи. Даже... Ну, поставьте лайк. Давай, говори уже пока. Пока.